Приступая к разработке новой игры, мы всегда сначала прислушиваемся к голосу нашей аудитории. У нас много форумов, есть огромное онлайн-сообщество, мы постоянно собираем фокус-группы, читаем ревью игровых обозревателей. Способов получить отзывы о прошлой игре масса. У нас также есть творческая группа, которая находится в постоянном контакте с автомобильной культурой мира. И они очень опытные игровые дизайнеры, поэтому зачастую новые идеи исходят от них. Собрав всю информацию, мы устраиваем несколько сеансов брейнсторминга, где пропускаем все идеи через такие жернова допустимости. Эти жернова оставляют после себя только то, что нам стоит сделать и что мы сделать можем. Все это один большой и зачастую непонятный в своей массе процесс создания игры из понятных и маленьких частей, с великим множеством собраний, на которых обсуждаем великое множество деталей, о которых вы даже не подозреваете. Вы представляете, сколько фанатов машин? При таком количестве людей невозможно угодить всем сразу. Кто-то помешан на механике, ему подавай хардкорный симулятор, кто-то любит дух автокультуры, экзотические машины, ему подавай красивую аркаду. Спектр очень широк, и мы, создатели Need for Speed, постоянно пытаемся угодить наибольшему числу фанатов. Так что создание новой игры — это еще балансировка. Мы учитываем все ваши отзывы и делаем так, чтобы наша игра отвечала им. Для того, чтобы разработать действительно крепкий сценарий, мы подались в Голливуд. История Need for Speed Undercover создается при помощи тамошних режиссеров, продюсеров, съемочных команд и актеров. Все они имеют опыт работы на таких проектах, как «24 часа». Некоторые принимали участие в съемках фильма «Миссия невыполнима». Все они — профессионалы. Они научили нас тому, как смешать классическую голливудскую историю в трех действиях с интерактивной карьерой, основанной на многочисленных миссиях, что вы увидите в нашей игре. Это смесь крайне гремучая. Что касается глубины, то она тоже ожидаема. Вы сможете пройти десятки миссий, у каждой будет своя предыстория. Вам нужно будет под прикрытием внедриться в несколько городских банд. У каждой будет свой босс и несколько его подручных. Это уже немалое число персонажей, не считая других героев истории. Сюжет будет передаваться в очень кинематографичной манере, и вообще вся игра будет похожа на фильм. Если сравнивать Undercover с другими частями Need for Speed, такими как Carbon или Most Wanted, то в каких-то моментах это будет сделать легко, а иногда сравнить будет просто не с чем. Отличие новой игры от прошлых в том, что мы сплетем сюжет и миссии в единый неразрывный игровой опыт. Вам раскрывается немного истории, вы получаете миссию, выполняете ее, что раскрывает еще немного истории, что приводит вас к еще одной миссии. Даже в 15 секундах сюжетной сцены может прозвучать информация, которая даст вам понять, что именно вам нужно, чтобы выполнить ту или иную миссию и получить доступ к более важной информации. Так что Undercover сложно сравнивать с прошлым выпусками из серии Need for Speed, и ее также сложно сравнивать с традиционными остросюжетными фильмами. Во-первых, мы привлекли несколько технологических ноу-хау, чтобы сделать наш уникальный гоночный движок Heroic Engine. Он включает простую систему управления, физическую модель повреждений, возможность тонко и реалистично подтягивать параметры машин, доводя их до максимальных высот. А также противники в нашей игре, такие как полиция или оппоненты на миссиях, смогут контролировать движок Heroic и использовать его так, чтобы победить вас. Движок Heroic Driving Engine, или HDE, это продукт 6 лет наших исследований в области гоночных игр. Некоторые его составляющие мы уже опробовали в нашей последней игре Pro Street, но в этой игре была реализована только часть его компонентов, поэтому в Undercover появится много чего нового. На опыте Pro Street мы поняли, что у наших фанатов широкие интересы, и они всегда готовы к чему-то новому. Эта игра понравилась им не меньше, чем все остальные. Там мы собираемся слить воедино все достоинства всех игр Need for Speed, которые всем понравились, и сделать эдакий лучший в своем роде Need for Speed. Не стоит говорить, что новый Need for Speed сильно отличается от своих предшественников. Это может показаться так на первый взгляд, но на самом деле это естественное продолжение Pro Street. Для Need for Speed Undercover мы приготовили еще несколько нововведений, которые еще ни разу не реализовывали в нашей серии. Получившийся результат очень даже внушителен, и он заметен с первых же секунд игры. Вы сразу чувствуете, что в ваших руках больше управления над машиной. В Undercover ты будто чувствуешь себя пилотом маневренного истребителя. В твоих руках гораздо больше контроля над машиной, которая как более мощная, так и более управляемая. Это достигается за счет более широкого спектра чувствительности управления, которым пренебрегали гоночные игры прошлого. Управление нового движка Heroic очень простое.
Есть кнопка «Газ» и кнопка «Тормоз», которая также включает задний ход. Такое управление обеспечит вам полный контроль над машиной любой мощности, когда вы будете лавировать среди трафика, проходить резкие повороты или просто кататься по городу. Эта же система управления позволит вам выполнять с машины профессиональные трюки, такие как управляемый занос с использованием ручного тормоза или полный оборот на 360 градусов с дымом и свистом по крыше. Творите, что хотите. Особенно это пригодится во время погонь по узким улочкам. В игре будет новый гоночный режим под названием Highway Battle, соревнования, в котором будут происходить на совершенно новой территории, узле хайвей, соединяющем районы города вместе. Этот режим можно приблизительно сравнить с американскими горками. Там вы на скорости 200 км в час должны лавировать среди трафика, одновременно уходя от преследования и преследуя кого-то. Готов поспорить, что поиграв в него один раз, вы не сможете отказать себе в том, чтобы поиграть второй раз и так далее. Что же касается будущего, то с такой верной, взрослой, открытой ко всему новому аудитории, как наша, мы с полной уверенностью можем разнообразить вселенную Need for Speed. Я уверяю вас, эксперименты будут еще какие. Мы не хотим зацикливаться на одних и тех же темах, мы не хотим оставаться позади прогресса игр, поэтому готовы к неизведанному. Мы хотим быть лидерами отрасли гоночных игр на основании того, что вместе с повторением элементов, получивших широкое одобрение, будем вносить в наши игры инновации, которые наша аудитория всегда готова встречать с распростертыми объятиями и любопытством.